Дерево сад – это новинка отечественной селекции и настоящая находка для небольших участков, так как с одного дерева вы можете получать плоды разного срока созревания, различные по вкусу, различные по цвету и размеру. Не потребуется дополнительная посада деревьев-опылителей, так как являются опылителями друг друга. Черешня брянская розовая. Основные характеристики. Авторы – М. Ф. Коньшина, А. И. Астахов, Всероссийский НИИ Люпина. Год допущения к использованию – 1993. Тип роста – среднерослый. Сроки созревания – поздний. Размер плода – средний. Самоплодность – самобесплодный. Назначение – универсальное. Урожайность – средняя. Вес плода – Г. 4,5. Размер плода – мм. 20×21×18. Крона – прочная, широкопирамидальная, приподнятая, средней густоты. Лист – крупные, плоские, зеленые, верхние слегка пигментированы, без опушенности, слегка вогнутые. Черешня и путь. Основные характеристики. Авторы – М. Ф. Коньшина, А. И. Астахов, Всероссийский НИИ Люпина. Появился при скрещивании 3,36×8×14. Год допущения к использованию – 1993. Тип роста – среднерослый. Сроки созревания – ранний. Размер плода – крупные. Самоплодность – самобесплодный. Назначение – универсальное. Высота дерева – М – 4,5. Вес плода – Г – 5,3×9,7. Размер плода – мм. 21×22×20. Крона – широкопирамидальная, хорошо облист, венная. Дерево сад – 3/4-летка. Черешня – 2 сорта, брянская розовая и путь – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, садов. Черешня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола дерева сад – 3/4-летка. Черешня, 2 сорта, брянская розовая и путь, можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания черешни прекрасно подходит открытый грунт. Дерево сад – 3/4-летка. Черешня, 2 сорта, брянская розовая и путь, имеет средне-ранний срок созревания. Плоды черешни созревают в месяце июль. Вкус сладкий, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад – 3/4-летка, черешня – 2 сорта, брянская розовая и путь – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.